целая коробка розовых мишек. Прелесть. $275. Лапочка розовая. Какие еще коробочки новые. Маленькие коробочки. Всего $75. Здесь красивые коробки с ручками. $220. Ну, мишки, мишки, прелесть. Присмотрела себе на кухне вот такие вот ананасики. Мне как раз кафель подходит. $212 розовый. И оранжевый. А есть еще побольше. Вот такой вот хочу еще взять. $442. 20 сантиметров для кухни. Ну и блюдечко. И такой же оранжевый. Ну, он коричнево-оранжевый, не выражен оранжевый. Но этот уж очень большой. 519. Высота 21 сантиметр. Красивые горшочки. То, что мне надо. Такой еще большой есть. Он один остался. Остался один маленький, один большой розовый. Вот я задумалась. Буду думать. В общем, подумала, решила взять вот такой вариант. Два маленьких разного цвета на полку над вытяжкой. И еще два вот таких. Один поменьше, другой побольше. Вот такой наборчик для кухни. Буду садить цветы в него. Вот в тему горшочком как раз ананасики. Вот такие. Сделаны из пенопласта. Это вверху пластик. Цена $45. Есть облезлые клубнички, но они вообще уж страшные. Сверху бумага налеплена. Есть облезлые яблочки. Цена $42. В общем, выбор небольшой. Какие мишки прикольнючие. Вот такой вот он. $59. Вот это красненькое сердечко из фетра. А сам он из фанерки. Красивый. Еще такие интересные. Как конвертик. $69. Какие-то помпошки из меха по $39. Есть розовый. Ангелочки.
сколько он? 55 рублей. Ну, двухсторонний. Какие-то пластиковые сердечки. Вот красивое сердце. 75 еще красные. Такие бамбушки фиолетовые. Сколько красоте не навезли к дню Валентина.